Так что я думаю, что многие меня понимают, о чем я говорю. Правила поведения со мной вы должны соблюдать. Если у вас нет денег, никто вам не будет смотреть бесплатно. Бесплатно вам будут смотреть только шарлатаны, запомните. Бесплатно без платит, а без берет огромную плату. Поэтому здесь со мной такое не прокатит. Если вам ведьма говорит, что я посмотрю вам бесплатно, как любят это делать в эфирах, там, да, всякие гадалки, если можно их так назвать, вы попались, дорогие. Потом это бесплатно выходит вам в 100 тысяч, в 500 тысяч, кто-то квартиры продает, потому что это лохотрон, бесплатно ни одна ведьма работать не будет. Мы знаем себе цену. Вот как раз бесплатно это те шарлатаны, которые приписывают вам порчу. Итак, далее, по поводу приворотов. Да, я берусь за привороты, я берусь за порчи, я берусь за другие ритуалы. Порчи на выкидыши, на бизнес, устранить там соперника, да? Вот, это все я делаю. Но... Понимаете, я вот просто удивляюсь людям, которые мне пишут, что можно как-то в долг, я с вами не на базаре, мы не на рынке армянском, чтобы с вами торговаться, и я в своих силах уверена, оплата и только оплата. И когда смотрите мои онлайн-ритуалы и не оставляете откупы, не удивляйтесь, что вам потом прилетает. Бесплатного в мире магии ничего не бывает. Бесплатно это только шарлатаны с вами будут работать. Бесплатно бесплатит.